Мама, пожалуйста, успокойся. Ну куда мы пойдем? Не знаю, шевелитесь быстрее. Быстрее. Мамочка, прошу тебя, успокойся. Пойдем домой. Может, ты передумаешь? Дочка, ты не видишь, я не в состоянии шутить. Пойдем. Мама, у нас ни работы, ни денег, ни дома. Как мы можем идти? На что жить будем? Лучше с голоду помру, но здесь я не останусь. Ваш отец выбрал не меня, а эту стерву Гунуль. Мамочка, прошу тебя, остынь. Какие могут быть отношения у папы с госпожей Гунуль? А ну замолчи, не спорь с матерью. Между прочим, ты вчера пришла домой пьяной. Сначала уберемся из этого дома, а потом я с тобой разберусь, госпожа Джейлан. Скажи своему отцу, пусть он не ищет нас. Папа, сделай что-нибудь. Асье, что происходит? Куда ты собралась? Пойдемте домой, пойдемте. Нет. Извините, господин, мы не можем остаться. А ты делай, что хочешь. Можешь теперь жить с этой ведьмой. Дело твое. Асье, не говори глупостей, быстро домой. Не надо позориться на улице. Нет, не зайду. Асье! Домой! Ладно, отец, не кричи. Мама и так собралась возвращаться. Мамочка, пойдем. Пойдем домой. Мамочка, пойдем. Пойдем. Пойдем, мам.